Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное, дождливое черноморское утро. По-моему, Питер пришел сюда звать меня домой. Точно пора домой. Как красиво. И у меня вот что есть. Такое классное настроение. Сегодня... Ой, уронила шоколадку. Сегодня еду за телефончиком. Ура, ура! Потому что сегодня 10 августа 2021 года. Вторник, мои любимые. Ты давай, снимай резко, дорогой. Спасибо. Именинники Моисей, Никанор и Прохор. Неужели у нас такие имена есть? Интересно, меня смотрят Никанор, Прохор и Моисей? Если да, то напишите мне, очень интересно. Капельки на стекле. Красиво. Классно, когда дождик, вообще вставать не хочется. Хочется спать. Сейчас-то тетка вышла, вы видели? Кричит. Скажите своим отдыхающим, чтобы они по телефону не разговаривали до 4 утра. И чтоб дети не плакали. Вообще жесть. Наверное, она не была никогда мамой и не знает, что такое, когда дети плачут ночью. Их не переключить, не заткнуть, ничего. А я помню, у меня один раз плакал Соломон, у него ночью болел животик. Он был маленький-маленький, ему было, наверное, вот я не вру, дней несколько. И он несколько ночей подряд плакал. И у меня уже организм стал отключаться, потому что я не высыпалась, я днем целый день была как рабыня Изаура, и ночью детки плакали, я занималась ими. Вот. И помню такой момент, я так уже в небытии вырубаюсь, ребенок кричит, и я даже боюсь его брать из манежа, например, и укачивать, или еще что-то, чтобы не отрубиться, не уснуть, потому что у меня реально уже организм отключался. И я так прихожу в себя, не знаю, времени, может быть, 2 часа ночи. И передо мной стоит Мухаммед и держит ребенка так за ножку вниз головой. И говорит мне, если он будет еще так кричать, я отпускаю руку. И у меня так панический страх. Я кинулась, схватила ребенка у него. Говорит, ты что, дурак? Это же твой сыночек. Говорит, что мне на работу завтра, он так орёт всю ночь. Я говорю, ну он же не понимает, он же маленький, у него животик болит. Он говорит, бери его, ходи так на море гуляй, пусть там орёт с тобой. Не хочу его слышать. Почему-то Сусика он не любил с детства, ну и сейчас тоже. Всегда говорил, он похож так на твою русскую семью. Это вообще не наш ребенок. Может, ты где-нибудь его нагуляла? Так мне болтал, представляете? Вот, а Османа любил, гордился, всем ходил, показывал. Класс, с зонтиком так интересно. Люблю смотреть зонтиком людей, как будто они в Петербурге.
Всем волшебного дня, прекрасного утра, пусть у вас все получается. Ну а я вот солнышко вызывать, у нас все-таки курорт, надо, чтобы люди отдыхали. Вон тоже девушка с зонтиком пошла, с золотым. Нюхры-нюхры. Люблю вас, мои хорошие. Спасибо, что вы есть. Сегодня съезжу в Геленджик за телефончиком и покажу вам. Пока. Пока-пока.